Какой цвет выбрать и что нарисовать, чтобы произвести впечатление? Украсить пасхальное яйцо для первоклашек оказалось не так-то просто. Под четким руководством сотрудника музея и учителя мальчишки и девчонки создавали свое произведение искусства. Кстати, многие из ребят делали это впервые. Я нарисовала сзади цветочки и вербочки и с бантиком. Ты первый раз красила яйцо? Да. Ну, я думаю, что это как бы оберег такой. ХВ – это Иисус Христос. Христос воскрес. Вот тебе друзья подсказывают. Кому подаришь это пасхальное? Я подарю маме. Пока одни занимались творчеством, другие отправились на экскурсию. В усадьбе Гольских открылась пасхальная выставка. Школьникам рассказали, что такое Страстная неделя. Страстная седмица называется так, потому что в этот день, вот в эту неделю вспоминают страсти все Христовы. То есть те испытания, которые Иисус Христос вот в эту неделю пережил. Страстной вторник наши бабушки и прабабушки начинали подготовку к празднику. Закупали продукты и заготавливали творожную массу для Пасхи. У каждой хозяйки был свой рецепт. Она была в таком виде четырехугольника, изображала на гору Голгофу, на которой распяли Иисуса Христа. Очень вкусный, очень сытный был продукт. Со вторника почему ее начинали делать? Потому что творог нужно было постоянно утрамбовывать. Снизу через отверстие вытекает лишняя жидкость. И внутри вот такой деревянной пасочницы там уже все узоры, они прорезаны. И на Пасхе сверху они оставались. Со вторника также начинали уборку в доме. Мыли полы, вытряхивали половики и перемывали всю посуду. Успеть все нужно было до четверга. В среду все ходили в храм. В пятницу и субботу хозяйки пекли куличи, мужчины заготавливали дрова на праздник. Как правило, все облачались в черную одежду и погружались в себя. Ни в коем случае не разрешали даже маленьким детям. В яйца нельзя было играть, их нельзя было трогать. Детишкам маленьким не разрешали даже шумно себя вести, очень остерегали от этого. Ну и уж разумеется, никаких игр, плясок, хороводов в это время уж точно не должно было быть. Это очень большой грех. В воскресенье все ждали с нетерпением, а за большим столом собиралась вся семья. И после 40-дневного поста первым ели пасхальное освященное яйцо. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.